Так, ну раз нам дали ключ, значит надо его использовать, правильно? У меня их всего два. Так это алхимик или его чудотворение? А я не читал. Ну, скорее всего, тот самый алхимик. Да, Некчи, вот это ты с усами набуаетишь, ничего себе. Спасибо за фол, ребят. Джек Уэст, Дон, Котейбл. Котейбл. Это видос от Михаила Павловича Терентьева. Понятия не имею, кто это. Блин, у меня 4 бутылки. Рядом пустые валяются. Будет как-нибудь их выкидывать. Я скучал по этому стримеру. Ну да, ведь стример пропал из жизни Твича на целый год. И вот такой хоба вернулся 8 сентября 2020 года. Легендарное возвращение. Очка. Собак. Да, еще Эксэбл. Спасибо за 50 рублей. Новый ман пинбольный мячик на амфетамине с шизофренией. Помимо клевого дизайна отличается настолько нелепой обилкой, что развивает у меня клаустрофобию, социопатию и спид. Короче, 7-10. Саэн и Эна. Да слушай, хороший у него геймплейный дизайн, не надо здесь. Нормальный ман. Лучше бы 3 сентября в ДБД зашел. Вот это был бы нежданчик. Я календарь переверну и снова 3 сентября. Не планирую дома проходить. Старый Нигейтс. У меня даже ключик есть на нее, просто не хочу. Крупные британские ритейлеры игр и консолей Game сообщил, что с 10 сентября можно предзаказывать PS5. Окей. Хочу рекламу, что я не увижу. Приятного просмотра. Фильм «Метод». Наверное. Смотрите. Сегодня будут дикие мансы. Самые дикие в истории. Дичайшие. Дичей никогда не было. Разве не довод? Поговаривают, что довод вроде. Там в рекламке. Здорово, Лекрим. Так, плюшками балуемся на главной странице. Ну что, я хоть раз попадусь против этого мана или нет? Чё, метод? А я назвал его методом, да? Ну, одно и то же. Я просто еще не смотрел сам. Во, золотой генератор! Они не все красного цвета? Балдеж. Ну, хоть сосисы не убрали. Главное, да? Осенью снова дали. Нарсы пока не было Псидон, но был Буба и доктор. Ладно, пойду я. Удачи, иллюстрат. Удачи. Чё-то знакомый звук удара. Какой-то. Ну, я уже не помню. Нурса, что ли? А, Рин. Рин, да, точно. Даже меня искать не стал. Интересно, Рин с чертиком или без? Сломал мне генер. О, пока она идет проверять, я успею его спасти. Хоба!
Блин, я не хочу. Мужик, давай помогу. Ох, какой звук открывания сундука интересный. Там реально замок, ничего себе. Она его отламывает. Балдеж. Не, стой. Стой. Ладно. Лечу. Отмычки где? Ну, он, там видно, что он заржавевший, слепи. Там видно, что ржавый сундучок. Даже каплю дали. Ничего себе. Минус ключ, да, кстати, ключ я свой отдал. Ну, а что поделаешь? Я пытался спасти братана. А забрать его было некогда. Чтобы я так сейчас заржавевший замок снял. А ну, я не знаю, Слипи. Ну, она его потыкала, и он поддался. Это всяко лучше, чем копаться в мусоре, и там, оба, оказывается, в мусоре есть что-то полезное. Нет, ну, на переработку сундуков и генераторов жаловаться не буду. Ну, кроме того, что они весят 8 гигов. Сыграл сейчас за Мора, честно, такой кусок. Весело, конечно, за него побегать, но уворачиваться от него так легко, что аж скучно. А вот я еще против него не играл. А насчет уворотов от него, да, скорее всего, но все равно, ну, интересно играть нафиг. Не знаю, мне наоборот понравился. В смысле копаться в ДБД? Не, мне понравился. За него интересно играть. И, типа, удары очень прикольные бывают периодически. Не обманули, сказали там отмычки. Ну, соврали, да, походу. Переодень Катюху, моя Катюха самая секс. Моя Яна тоже, кстати. Опять здесь. Кстати, а чё я так близко сижу к ста? Странно. Вот так вот. Здорово, Паренкат. Да ничего, обновка. И вроде даже неплохая. Dark Light Nexus, привет. Спасибо, спасибо. Свитер няшный. С оленями. Monster Train стоит сейчас брать? Да. Обязательно, Monster Train шикарнейший. О, еще один. Турнирный манда для настоящих Counter-Strike плееров. А че у нее такой длинный член? Ну, вернее, этот топо... радиус. Радиус колыбельный. Радиус колыбельный. Свитер с оленями. Вроде давно с одноклассниками не гулял. Вообще здесь не олени, а коняшки. Коняшки-поняшки. Что-то очень большой радиус террора. Ее нерфали, что ли? А, ну уже не очень большой на самом деле. Ой, могу фонариком помочь. Ну, хрен его знает, куда она понесет.
Блин, я очень надеюсь, что это все произошло в радиусе террора. Не видела? Не должна была. Так, а что за тотем? Кто-то знает? Я чуть не обратил внимания. Ну что, мы успеем? Ну, может, не успею. О, порча. Ну, какая-то... Ну, типа, руин? Возможно, кстати, даже руин. Террор 20 метров, колыбель 32. Чувствую, что раньше меньше было. Как играть с консоли холопами? Ты же не играл, когда это было, ну, нормально. Катки даже ищутся сейчас, уже не так долго. Я когда только-только обновился, у людей пока патч скачивался, я вообще никого найти не мог. Сейчас, кстати, нормально ищу даже. А давай. Но они заметно анскилово играют, там промахиваются, если вокруг них крутишься. Когда ввели кроссплатформенность, это прям получилось такое, знаете, раздолье для ютуберов. Теперь они могут еще круче снимать свои супер видосы, где они делают 360 против чувака, который с геймпада на 20-м ранге подрубил и такой не может попасть. Они такие: ха-ха-ха, смотрите, я кручу 360. Бля, как плохо. Ну... Не, не получится. Монтажки, да. 360. Вот дофигища людей с седьмой виндой ошибка выскакивает. Народ поменьше будет, пока не пофиксит. 2020 год, охренеть. Я не во всем люблю десятую винду. И я всегда любил семерку. Но, ребят, ну... Ну что ж за консерватизм-то, а? Ну что ж за консерватизм? Вот из-за этого вы только в ДБД играете и смотрите. А какой-нибудь крутой Last Year, который реально был годным, пропустили. А, Resident Evil пропустили. Идите ты в задницу. Это было близко. Логично. Логично. Смотрел я твой резик, не надо. Кен, тебе айс нейра. Или ты тоже на семерке сидишь? Ты старомодное бревно, не могущее в технологии семерка венец творения. Наверное. Наверное. Ну, попробуем что-нибудь. Чего?
Нифига себе, анимация в попытке спрыгнуть. Смотрите, смотреть, играть надо. Да, вообще-то играть. Вообще-то мы об этом говорили, а не про просмотры. Ну и просмотры тоже. Здорово, Just Elf. Я вот был на 7-й до того, как ее перестали поддерживать из-за того, что дофига модов не работало на инде 10-й. Ну, это нормально. Сейчас все делают исключительно под десятку. Семерка, как бы. Ну, да, да. Хорошая катка, да. Да, да, да. Минус 40 повешенных выживших. Не сломленный. Был, поиграл в Horizon на ПК, там такое мыло, игры из 60 лучшего, серьезно, через треугольники были. Что? При чем здесь Horizon? Кого? Ой, еще карточку засрула. Арбузик, здорово. Наград забери, блин. Да, че. Тиван такой довольный, сразу видно, игра захватила, и снова и стрим вернуться. Мне нравится. Не, мне нравится обновка. Мне ман понравился. У тебя на Кейт есть другие скины? У меня на нее все скины есть. Гном, ну ты чё? Обижаешь, честно говоря, обижаешь. Мне нравится, но ничего нового. Ну да. Пару раз побегать на новом Хиллбилле, ну, в плане на новом Мане. И все. Здорово, ребя. Здорово, голубоглазка. Второго архива нет. Сидон. Отвали. Привет, Рахнит. Типа новые игры поиграл, хватило 20 минут. Так, я не знаю, не, ну... Да, Horizon хорошая игра. Рок Арментс. Как жизнь молодая, хорошо. Хорошо. Все своим чередом. Ну, кстати, завтра надо не забыть будильник поставить, завтра в зал. Ускорение нафиг не надо. А мы сейчас все равно на какой-нибудь Нурсу наткнемся. Какие крыски страшные. Здорово, не заходил в ДБД уже полтора года. Чикаго, она хуже, лучше. Ну, типа, вроде бы поиск стал получше за счет кроссплатформенности. Ну и вообще кроссплатформенность в играх это круто. А так все по-старому. Графончик чутка обновили, но это мелочь. Садик потом поставь. Графони шпилили на 8 гигов. Детский сад, ну что, попробуем. Здорово, Григлиза, это он. Это он. Б, Д, Б. Здорово, GSUSB, мы с тобой здоровались вроде, я тебя видел вообще. Что-то глянул нового мана? Да, Роджа, конечно, глянул. Мне понравился.
Новый ман — это новый хилбили. Быстро бегает по карте, есть, имеет контроль, может хитовать суров. Just do it the rule. ДБД говорит, неинтересно стримить. 1000 челов и живой чат. Возвращайся в ДБД, Тианчик. Это не значит, что игра стала другой, ребят. У них все тот же геймплей. Я сейчас посижу на генераторах 3 часика и все. И все. Поиграю за мана 3 часика и все. И это будет все то же самое. А 1000 зрителей исчезнут через 25 минут, как тыква превратится в карету. Как карет превратится в тыкву, вернее. Ну, вы поняли. А завтра уже будет не 1000, а 300. А 300, как мы знаем, это фистинг. Фистинг is 300 bucks. Не то, чтобы это было плохо. Пойдешь в пятницу, вообще 3к будет. Да, да, да. Пойдешь в мафию с Авилоном играть, так вообще 50к будет. А, не пойдешь, он же в бане. Кстати, за что его забанили в итоге? За член в дотке, да? Всегда знал, что эти... Valve хотят, чтобы... их игру никто не стримил. Она ж говно. Зачем в Дискорде, его еще хуже. Ну, с Дискорд жалко, конечно. Ой, привет. Ты кто такой? А, ты новый чувак, да? А я с тобой еще не знаком. У него своя музыка? У своей эмбиент террора? Походу или что? Здоров, Этлайн. Как я вижу, ничего не изменилось, цены не поменялись, а значит, я могу устроить бунт, если ничего не изменится, до конца недели. Ты про что? Ты про баллы канала? Я ничего менять особо не собираюсь. Модераторы Твича предупредили, чтобы не выводил Дискорд на стриме. Забил на это вот перматч. Бля, жестко. В смысле, ДБД? Здорово, Дудлю. Сейчас у многих убить своя музыка появилась. У Дока, да, у Дока я заметил. У Беляса тоже сделали, класс. Нашли деньги, наконец-то, чтобы композиторы работали не только над менюшной музыкой, да? Чувак, ты нас ударить не можешь, ты в курсе, да? Боже, какое не очень. Ты обещал, но ты говорил, что их надо поменять, ты сделаешь. Ты говорил, это когда проходил Каменные сердца в Ведьмаке. Я немного в какой-то момент удешевлял эти... Эмот мод, саб мод и все вот это. Кстати, я по-моему, эмот мод и саб мод не вернул, да? Они вроде бы выключены. Список запросов. Ну-ка. Да, я их приостановил на каком-то синглплеере, да? А, на Rogue Legacy. На Rogue Legacy они были выключены. А все остальное, так я относительно немного удешевлял Fatline. Еще больше я удешевлять не буду. Мне и так вон сейчас периодически изменения голоса заказывают. Ты же видел карты с новой графикой? Нет, пока не видел. Сейчас попробуем. Мора такая музыка погони, что если закрыть глаза, то сразу Need for Speed в голове. Вау, Тиней, спасибо за ресарчик. Звон. Спасибо большое за поддержку. Twitch Prime подписочка. Спасибо.
Ребят, покупайте Twitch Prime. Крутая тема. Сейчас на Твиче можно вместе со стримером сериальчики смотреть, если у вас Twitch Prime есть. И каждый месяц можете сабаться на одного стримера. А стоит почти столько же, сколько саб. Twitch Prime тема. Еще и плюшки вводят для разных игр. Вот, например, для ДБД ни разу не вводили. 4 года игре, а они все еще не ввели Twitch Prime. А еще дропсы на Твиче иногда бывают для крутых игр. Вот ДБД 4 года уже на Твиче, а все еще нет дропсов в игре. Почему бы это я? А, да, Twitch Prime покупайте. Ты будешь сериалы стримить или просто решил упомянуть? В субботу мы смотрели сериал Boys. Офигенно. Офигенно посмотрели. Сериальчик крутой, понравилось. Погоди, разве Twitch Prime можно сабки на канал без отдельного платежа? Конечно. Ты просто подписываешься раз в месяц на Prime, получаешь возможность смотреть фильмы, сериалы амазоновские, получаешь там скидки на Амазоне, там куча плюсов. Один раз в месяц ты свой жетончик тратишь на любого стримера. Вот. И получаешь, всякие там бесплатные игры, скинчики для всяких там игр в Лиге Легенд, там осколки чемпионов сейчас есть, в Рунтер чемпионские там капсулы или что-то такое, а? Короче, куча всего, сапка на один месяц, каждый месяц. Ты автоматически продляешь Twitch Prime и получаешь по новой сапке. Да лоб, что он добегался, блин, часы не сработали. Ну, естественно, на месяц, но как бы. Ты каждый месяц получаешь эту возможность сапку. Как подписка, только лучше. Да, за Twitch Prime даже стримерам чуть больше денег дают. Twitch Prime крутая тема. Как бы Amazon продвигает этот вид подписки. Сейчас это называется Prime Gaming, ну, раньше Twitch Prime. Вы не понимаете, это другое. Да. Prime Gaming. Да. Стример, хочешь ежа? Ну, честно говоря, не очень. Ну вот. Выпить можно. Было бы. Так, что там сделалось? Не сделалось. 19 секунд от убийцы убегал. Элитный Джей 1234. Понятно теперь, почему он не влетал в стены. Потому что он с консоли играет. What's up? Спасибо вам за фоллоу, друзья. Спасибо всем, кто фолловится сегодня. Спасибо всем, кто половится. Или половится, я не помню, как, куда правильно ударение ставить. Что-то я хотел сделать, да? Поставить этот... Их лечебниц, красный лес. У меня нету, что ли? Не должно быть. Гнилое болот. Макмиллан. Вот он. Спрингвуд. Пом-пом-пом-пом. С каких пор теперь в настройках Твича есть раздел с календарем дропсов на стримах? Не знаю, о чем ты, Шалом. Дропсы смайла Fall Guys? Лол, серьезно? Я даже не слышал об этом. Я уж думал, ты забыл про Behaviors. Я уж думал, все забыли про Behaviors. Но кто-то еще помнит.
так давно не говорили о важных вещах. Я такую офигенскую пиццу ел в отпуске. Просто тает во рту. Класс. Я, кстати, давно очень пиццу не ел. Очень давно уже ничего не заказывал. Ну, завтра в зал, как я уже говорил. Так что никакой мне пиццы. Как тебе графон? Ну, почти ничего не поменялось. Там вроде на турике. А, возможно, во время Twitch Rivals были дропсы. Я тоже не слышал про дропсы. Мне эта инфа ниоткуда не приходила. Иначе мы бы, может, даже с вами посмотрели. Как колено, кстати? Да побаливает все еще, не проходит. В понедельник к мануальному терапевту еду, еще подвправят его немножко. До старости это уже. Сижу много за компом, вот и болят колени. Единственное, что мне не нравится в дропсах, мне присылают уведомления о них, что, мол, вот на канале Тианкай, можно их выбить. Но у меня не бывает дропсов, Элф. Я же не стримлю дропсовые игры. Календарь активных дропсов. Забавно, ну-ка. Все компании... На Black Desert ивент какой-то. 2 сентября. Twitch Rivals Fall Guys. А чё, смайлики крутые были? Коронка и... Блин, Fall... прикольный эмоут, кстати. Fall Guys Fall. Неплохой такой, неплохой такой. Эта компания уже закрыта, а эта тоже закрыта. Ну, Black Desert-овые смайлики. А во, по 14 сентября идет. Сундучок прикольный, пес, кстати, ничего такой, Naughty Dog. Нормас. У нас есть лучше, ну да, хот-дог, плиз, офигенный смайлик. Те же вроде меньше 30, какая старость, у них нова. Какие люди, офигеть, один раз стрим запустил по ДБД в тысячелетие, и просто все старички пришли, все старички. Ребят, ну заглядывайте почаще, я рад вас видеть всегда. У нас же тут всегда интересные новиночки, вау, сколько травы, сколько травы. Прикольно. Дома такие прям облезлые. Так, а здесь нету, да, ничего. Я старик, если ты меня помнишь. Да, в твой ник, честно говоря, не очень помню. Ух, какой спрятанный гений, прикольно. Вот именно. Это не значит, что я начну ДБД на фулл-тайме снова стримить. Ребят, новые игры все еще интереснее, чем один маньяк в 3 месяца. Это так забавно, из-за прибытия соснолечков средний уровень скилла ДБДшеров мощно упал. Так это очевидно. И это нормально. Потому что игра становится веселее, когда больше нубиков в ней появляется. Ну, ты видела она меня? Ну, видела. Это что? Это лачуга на этой карте? Кого? Жестко. Это какой? Это 4-я вариация детсада, да? Сам детский сад, посмотри, там закрыли 2 прохода, стеной что надо ломать. Я увидел одну стену ломаемую, пока я вот там бежал по центру. Лачуга какая красивая. Кирпичики. Еще один гейнер в стене на одного человека. Жестко. Или это тот же самый, просто она его сломала каким-то чертиком, а я не увидел. Наверное, это тот же самый. Лет 100 в ДБД не был. Что это за Hot Woman? За которую я играю, Катюха. Которая против нас была, Рин. О, Хантер, здорово. И спасибо за фоллоу, Маликит. Здорово, здорово. BS Pro, приветствую. Офигеть, много новых людей, ребят. Рад всех видеть. Последние разы, когда я подрубал ДБД, фолловеров почти не было. А сейчас, видимо, немножечко ротация людей поменялась, да. И новые люди пришли на Twitch и в ДБД вообще, в принципе. Ну, спасибо всем за фоллоу, спасибо, спасибо, друзья.
И тебе привет. Здорово, здорово. Зя! Вазя. Она может байтить, кстати. Не байтит. Да, чертик, кстати. Здорово. Офигеть, новые люди, да офигеть, там 15 фолловеров подряд. Жесть. Здрасте, здрасте все. Слушайте, карта крутая. Карта действительно по графону уже выглядит, как будто... Как будто это создали в 2020-м. Как думаете, у меня получится спрятаться тут? Я думаю, что да. Помню, как я на трубу на ютубе смотрел, но потом у меня прошивка на телефоне полетела, я забыл про канал. Рад тебя видеть. Здорово. Здорово. Будут хорроры типа Welcome to the Game. Посмотрел на ютубе все записи. Welcome to the Game офигенный был, но если хорроры выйдут по- такие, по типу Welcome to the Game, прикольные, и тогда будут. Я играю в новинки, я играю исключительно в новинки. Я не понял, ее вообще спасать не хотят, что ли? Дав, ну потому что надо вливаться в комьюнити, становиться сабом, общаться, наверное. Блин, Нэнс, пойдем за мной. А, ну, гений одном. Давай, хиляться, давай, хиляться. Как часто твои видео по ДБД пересматривал. А лучше бы на стримы заходил. Вот тогда бы тебя, видишь, запомнили, а ты просто видосики на ютубе смотрел. Кстати, скоро Hollow Knight. О новинках. Ну, для начала мы лоботомию пройдем. Но я сейчас, я скоро сделаю полоску на прохождение Hollow Knight. Как скажешь, придет стрим смотреть. Не, у меня на ютубе много крутого контента, я стараюсь... Надеюсь, то. Я стараюсь проходить все рогалики новые. В основном там до максимального уровня и все такое. И просто каждую игру я выкладываю на ютуб как запись, как архив. Как мимолетное воспоминание о том, как это было. Успею, нет? Не успею, жалко. А сейчас? Нуп. Помню, нужно про еду написать. Тут накрутила жена маринованных халапенья. Знаешь, как говорят, правильно, острое жжет два раза. Да, да, это класс. А вот и набежали, дядь, чтобы я на стрём пришел, нужно, чтобы звезды сошлись. Сломалась машина и шаман дудеть начали. Так, у тебя опять машина сломалась? Ну, это грустно. Ведьмака на ютубе смотрю. Как я дошел до такой жизни, эх. Не знаю, Аргилтал, не знаю. На самом деле у меня ютуб в последнее время очень круто развивается. Типа подписчиков, ну не прям, чтобы много прибавляется, да, но. Просмотры почти на каждом видео на рогаликах большие. Самое крутое, что на рогаликах большие просмотры. И вот это прям, вот это прям, прям классно. Так что огромный респект Ютубу и всем вам, кто смотрит прохождение на Ютубе, если не успевает зайти на Twitch. Но в первую очередь приходите на Twitch.
Да, это все очень просто. Ты зафоловился 1,4 года назад. А значит, в 2019-м, где-то весной. Рогальки прям залипать нужно, нет времени. Ну, да. Что здесь по доскам новых, новым? Не, ничего не завезли. Ну, от новых, может, и не завезли, а вот старая одна есть. Ничего себе, я уж боялся, что это попадет, потому что это выглядело так, как будто это попадет. Ты попадешь, я попаешь. Вот подарочная GPS Argel Town улетела. 33-й месяц. Ой, меня тем временем протыкают. We must stand together. Argel Town с возвращением. 33-й месяц ресапчика и... Еще один гифт, Никвес. Спасибо, Никвес, огромное за твою поддержку. Спасибо.